поездки на Донбасс так и не помогли. Как сообщают Росс-СМИ, налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой. Все из-за неоплаченных долгов. Как видим, поездки на оккупированные украинские территории, протекторат самого Соловьева и даже покаянное интервью с множественными зигами от сердца к Путлеру Ивлеевой не помогли. Я задам еще раз этот вопрос. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. В новое Настя. Чем помочь? Телеграм-каналы, близкие к российским силовикам, утверждают, что Ивлеева задолжала налоговой службе более 11 миллионов российских фантиков. И тут назревает вопрос, почему Ивлеева, состояние которой оценивается в несколько миллионов долларов, не оплатила этот штраф? Что это? Глупость и вера в спасительную Зигу, которая спишет буквально все долги? Жадность или же долги налоговой лишь надуманный повод, дабы продолжить публичную экзекуцию проштрафившейся, но не деньгами звезды. Что вы думаете? Пишите свои комментарии, с удовольствием почитаю. А также не забывайте о лайке и подписке на наш канал.